Без этого древнего села невозможно представить себе Дагестан. Кубачи – место, где секреты мастерства передаются по наследству. Замысловатый узор кубачинской серебряной вязи давно стал символом республики и ее гордостью. В этой таинственной насечке по металлу зашифрованы секреты мастерства целых поколений потомственных златокузнецов. Именно здесь, на площадках фестиваля, раскрывается многоцветная палитра удивительного мира традиционной культуры народов России, радующей плодами вдохновения талантливых и умелых мастеров со всей страны. Фестиваль очень интересная, самобытность такая, необыкновенные ваши изделия. Но мы привезли свои показать. Наша цель – познакомиться с вашими, представить нашу продукцию, она у нас тоже востребованная, и приглашать к нам в гости, соответственно. А вот тоже. Что вы представляете? Расскажите. Мы представляем козий пух. Мы сами из города Урюпинска, от Волгоградской области. Находясь на фестивале, каждый мог прочувствовать эту тонкую связь веков и поколений, приобрести то, что ему нравится. По традиции были представлены лучшие изделия народного искусства. Все, чем знаменит и славен Дагестан. Балхарская керамика, кайтакская вышивка, изделия с унцукульской насечкой, а по соседству с ними северные гости, знаменитые оренбургские платки. Я рад, что есть такая возможность выставлять свои работы, показывать свои работы, смотреть на чужие, знакомиться с мастерами. Это очень хорошо. Искусство у нас, конечно, редкое. Мы унцукульцы сохраняем традиции наших предков, технологии изготовления вот этого продукции. Мы это все держим в секрете и передаем по наследству. На таких форумах вдохновения встречаются и общаются люди, влюбленные в народное искусство и этническую культуру. География участников мероприятия год от года расширяется. Ими становятся не только жители Дагестана, но и гости со всей России. Такие мероприятия, как бы это избито ни звучало, объединяют. И это на самом деле так оно и есть. Во-первых, ремесленники сами друг друга узнают, делятся опытом. Ну и простые люди, скажем так, как мы тоже видят всю эту красоту, знакомятся опять-таки с людьми. И это обогащение, это культурное и духовное обогащение. Магия мастерства зачаровывает на ходу. Прямо на наших глазах потомственные мастера из различных материалов и, казалось бы, простых элементов создавали настоящие шедевры. Выгравировывали сложные узоры и создавали подлинные произведения искусства. Однако участники фестиваля сетовали, что интерес и спрос у нынешних поколений к искусству значительно упал. Ведь когда-то такие изделия были неотъемлемой частью традиций. Ни одна девушка не выходила замуж. Вот видите, водоносные большие кувшины без этого. Потом маленькие для омовения. Обязательно одна невеста, пару штук обязательно было. Даже были несколько, которые. А сейчас уже мода вышла. В каждом доме краники есть. Не те мужчины тоже кончились, которые женщин можно за водой послать. Балхари сейчас очень мало остались мастериц. Будущего, конечно, неизвестно, будет в дальнейшем производить балхарскую керамику, потому что молодое поколение нету, занимающие есть после 40. Организовать связь времен и поколений. Именно так коротко можно охарактеризовать смысл проведения подобных фестивалей. Современная молодежь ни в коем случае не должна забывать свои истоки, традиции и наследие. Ведь только на этом фундаменте можно построить самобытное будущее, за которое не будет стыдно перед нашими предками. Такие мероприятия – это, во-первых, объединение народа вокруг хорошей цели, вокруг развития. Дает толчок. Люди видят, во-первых, другие промыслы, другие искусства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Кубачи».